Привет, привет. Так, привет. Эльмира, ты можешь быть с Ташкента? Кто? Либо с Канады, либо с Узбекистана. Помашите мне. Так, какие новости? Так, Барзиков уехал. Подожди, новости вы хотите знать про меня или про Дом 2? Киргизия, мы с вами соседи. Привет, привет всем. Так, а кто сегодня подарил цветы блогерше? Сегодня... А, Барзиков. Барзиков подарил ей цветы. А, хорошо, угу. Да. Давай. Ага. А, как Настюша и Женька? Слушайте, эта парочка, она настолько влюбленная, вообще все влюблены они там так друг друга, что мы их вообще не видим. Они вот сидят, воркуют с друг другом весь день, и просто им, по-моему, никто не нужен. Вот. Я так подозреваю, что если мы не видим Настю и Женю, то у них просто все очень-очень хорошо. Они заняты друг другом. Я сегодня их видела, он очень быстро. Буквально на лобном. А, так, про всех. Ну что, Ваня с Адеевым уехали в караоке. Их нету, поэтому немножко нам грустно без них и скучно. Что еще? Анька, у Аньки тоже есть новости для вас. Можете ее расспросить, когда она выйдет в эфир. Если она вам скажет, но увидите в эфирах. Она тоже такая у нас вертихвостка. Что еще? Сегодня ничего мы на лобном-то обсуждали. Ну вот новые мальчики приходили, вы их еще не видели. Очень один мальчик очень симпатичный пришел. Кстати, оба на самом деле симпатичные пришли. Один ушел. Вот. Они боятся. Ромашка боится позориться перед Крис. А почему он позорится перед Крис? Как он позорится перед Крис? У Ромашки как раз-таки все хорошо. О, спасибо, очень приятно. Очень приятно. Завтра, когда подъем на конкурс? О, точно, кстати, не знаю. Вот надо спросить, во сколько подъем на конкурс. Слушай, а во сколько подъем на конкурс завтра? Во сколько у нас завтра подъем на конкурс? В 10:30? Ого. Блин, нужно спать, наверное, идти. Короче, да, в 10:30 подъем. Так что, наверное, долго здесь сидеть не буду. А? Да. Видео. Да, у меня мало же подписчиков, но все люди, которых я знаю. Поднимешь сейчас мне рейтинг. Да? А тут подписчики какие? Канадские? Некоторые из Канады, некоторые вот просто новые какие-то пришли. Некоторые, да, в основном с Канады. Ну, те, которых я знаю лично. Канаде привет. То, что на английском здесь мне пишут. Не знаю, кто. Барзик уже. Все про Барзик. Ухожу за Крис. Сдулся. Все уже. Что там, Барзик заходил? Не, просто спрашиваю про Барзик. У тебя был заход мужской? Да, был. Конечно, был. Я им говорила уже только что. Хоть хороший заход был. Только они распугали все. Один ушел, да? Можно рассказать, что ты натворил? Это же это еще не в эфире. Что натворил? Что ты натворил с Барзиком? А что я натворил? Знаете, что он натворил с Барзиком? Так, они кулаками махали. Ну, что это? Никто ничего не... Просто был момент такой. Ну, что пацаны поговорили. Все. Не поговорили. Они, кстати, спрашивали в этот день у меня, что случилось, кто там дрался? Но вот этот вот человек строит из себя интеллигента, а сам машет кулаками в мужской спальне. Не, ну, я мужчина, как бы, и мы выяснили отношения. Все, поговорили, разобрались в этой ситуации. Все, а что мне еще делать, что мне еще остается? Ладно, ладно, объяснила, оправдался. Да, так, ты пролистаешь? Что-то еще...
Так, Аня так тактильная. Находит язык с мужчинами, а он ревнивый ужас. Это про кого? Это Аня? кто ревнивый ужас? Мне кажется, спать. Может быть, про Настю она говорит. Надо ложиться спать, это точно. Вот, Аня тактильная и сразу тактильная. Находит... То есть ее можно трогать всем. А кто ревнивый? А кто ревнивый? Сейчас посмотрим внизу. Может, написали. Или с Грантом, с Барзиковым, а с кем? Нет. А кто ревнивый? Может быть, вы про Мандазира говорите? Потому что Мандазир всегда по делу бьет. Мандазир, Лиана крутая. Что думаешь там еще? Да, что думаешь? Артему надо немного дать кулаками. Может, на себя возьмешь. Артему надо немного дать кулаками. Артему кулаки. Но он же вот приход был мужской, и он подрался. Йоу-йоу. Смотри. Да, у меня много было. У меня... Тоже такое вот не знаю. Но только у меня. Сегодня машина. Классная вещь пришла. Давай сюда. Давай ТикТок запишем. ТикТок? Ладно, пошли на ТикТок писать. Не, я думал, у тебя есть тема, нашла. Какой-нибудь танец. Надо придумать, сейчас они будут ТикТок писать. Дайте я посмотрю, что вы тут писали. О, прикольно, тут 4. Женя ревнивый. Вы, может быть, говорите не про Аню, а про Настю. Вы же друзья с. Ваней. Кто Мандазир? Так, дайте-ка назад отмотаю. Аня боится, Ромашка боится позориться перед Крис. Я вот не поняла, почему вы говорите, что Ромашка боится позориться перед Крис. У вас после предшествующих смех, завтра, когда подъем, как дела у Криса и Артема? У них все нормально. Артем сейчас в изоляторе. Привет, Лиана, хорошего дня. Барзик уже все, не ухаживает за Крис. Нет, он уже сдулся, все. В четверг был заход мужской, да, был. Так, Аня тактильная, это, по-моему, про Настю. Надо ложиться спать, надо. Юля будет ругать. Я все время его подкалываю по поводу Юли. А с кем? С Барзиковым? А, Мандазир с кем подрался? Да, с Барзиковым. Они подрались в спальне, и не поверите, они подрались в спальне. Вот напишите свои предположения, из-за кого. Это было из-за конкретного человека. Вы ни за что не угадаете, из-за кого. Или с Грантом. Нет, Мандазир подрался с Барзиковым. Из-за другого человека, пожалуйста, попытайтесь угадать, с кем. Так, как дела? Артем завтра едет на съемки в городские. Да, конечно, Артем едет. Он, конечно, в изоляторе, но все равно он поедет, он же в конкурсе участвует. А, она тактильная, все поняла. Тебе нравится, Артем, еще нет? Мандазир кому-то сейчас проявляется? Нет, никому сейчас на данный момент не проявляется. Думаю, я спрашиваю, из-за чего ты подрался с Ваней? Тут все пишут, из-за Адрианы, из-за Крис. Они ни за что не поверят, из-за кого ты на самом деле подрался с Ваней. Просто скажи, что была ситуация. Я хочу посмотреть, что они... Они увидят, когда это? Да, через скорее же будет, там через 4 дня. Это было позавчера, да, мы разбирали на волне? Позавчера. Да, но это случилось ночью до этого. А, нет, это не... Когда приход был, потому что вы утром подрались, а приход с Артемом подрался вечером. Получается, это было именно в тот же день. Ну, вот когда, блин, в четверг, по-моему. Так, из-за Юли. Из-за Ефременко, из-за тебя. Ой, эх, если бы из-за меня, из-за Лёши, из-за Захаровой. О, прикольно, смотри. Подрался из-за Адрианы, из-за Насти, из-за Адеева. Нет, ребята, расслабьтесь. Адриану, Лёша, Захарова, Илья. Из-за кого? Просто из-за это тебя. Мужской момент, мы как бы просто друг друга не поняли, и все, не было такого. Ну как не было? Был главный герой у вас там? А, ну, да, сейчас... просто во мнениях не сошлись, и так получилось, что, не знаю, как даже объяснить. Ну, короче, не поняли друг друга. Я вам сейчас, все. Когда он отойдет, я вам все по секрету расскажу. Просто перешли на
взаимные там слова, и, ну, и все. И понеслась. Ладно. И понеслась. А, я, Лиана, в отношениях? Нет, я не в отношениях, я свободная девушка. А, если хотите, можете приходить встретиться со мной. Угу. Так, из-за тебя, так, из-за Вани. Мадезир подрался с Ваней из-за Вани. Нет. Серьезно подрались или Стёп? Серьезно подрались. Из-за девушек? На самом деле нет, не из-за девушек. Из-за Артема. Мадезир сейчас общается с Ваней. Да, конечно, они друзья. Ну, подрались, помахали кулаками и все. А кто еще подрался? Артем и новенький участник. Из-за Безоса? Нет, не из-за Безоса. О, я знаю. К вам новые участники пришли. А! Смотри. Сейчас, секунду. Я буду вот этим, а Мадезир вот этим. Да, хорошо, идея. А я видела. Я видела аниме эфир. Да, 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 делай. Так. Анька меня тут сбила, если честно. К вам новые участники пришли? Нет, ко мне не пришли. Тихо, громко, я не слышу. Так, когда выгоните Адриану, не знаю, когда драку смотреть, через, ну, в следующий, в четверг, по-моему, вас покажут. Так, о чем я вам говорила? А, из-за кого они подрались? Я вам могу открыть секрет, ладно, они подрались из-за Никиты. Они подрались из-за Никиты, потому что у них разошлись мнения. Никита что-то сделал, они говорили о том, что он сделал правильно или неправильно, и Мадезиру не понравилось, что Ваня, как его друг, не поддержал его мнение. Сегодня видели тебя с бородатым. Видели тебя с бородатым. Меня с бородатым? Можете объяснить, кто бородатый? Я не знаю. Может быть, Адеев бородатый, вы видите, что типа он старый? Не знаю, о чем речь. Мадезир и Барис дошел чисто из-за проекта Кристине. Это будет просто сидеть. Мадезир зашел чисто из-за проекта Кристины, не очень поняла. У Вани еще есть симпатия к Крис? Она, по-моему, уже очень слабая, эта симпатия. Ну, он не особо проявляется к ней, уже сдался. А тебе что, никто не нравится на проекте? На данный момент никто не нравится. Из блогеров остался парень? Нет, никто не остался. Блогер Вероника нравится Ване? Да, очень нравится. Он не сохнет. Он ей подарил цветы под конец. Ему не обязательно приходить к кому-то. Он сам по себе яркий участник. А сколько есть у тебя? Ну, не факт, не факт. То есть он, да, факт, что он яркий участник, но очень часто нужно приходить, ну, как бы, ну, заранее люди любят выбирать симпатию и идти когда-то кому-то. Кристи Морозова, так, окей, ну, классно. Ребят, вас сегодня уже побольше набралось, классно. В общем, да, что-то я удивилась, что никакой реакции не было, то, что там сказала, что Ваня, Бартик и Мадезир подрались из-за Никиты. Мне кажется, это очень смешно, если честно. Они пришли чисто ради движухи. Кто они? Мадезир и Барзиков или какие новые парни? А кому ты пришла на проект? Я конкретно, вот мне не было такого, что я прям кому-то шла. Я выразила симпатию на лобном к Лёше Адееву, но я сразу сказала, что как бы, это не такая не сильная симпатия, и что я, ну, рассматриваю всех. А нам мальчик Крис пришел и ушел. Он не ушел, он Крис пришел и здесь есть. Кстати, вот новый мальчик, когда пришел, он мне очень понравился по внешности. Мне он показался очень симпатичным. Вот, и я на самом деле очень хотела с ним пообщаться, потому что я понимаю, что, ну да, он пришел Крис, но, ну, как бы, у него нет шансов, он не отобьет Крис. Он не отобьет Крис у Артема на данный момент, они так там будут вместе. Вот, и хотела на самом деле с ним познакомиться, но потом произошла какая-то дурацкая ситуация, и мне не очень понравилось это. И еще мне очень не нравится его голос, и как он разговаривает, и я что-то вообще потеряла интерес. Вот именно манера разговора его, она какая-то... Нам говорят, нужно подъем завтра ранний. Во сколько? Нет, в 10:30. Короче, мы да. Уезжаем. Он мне сначала понравился. В 9. Во сколько подъем? Аппаратный, во сколько подъем? Во сколько подъем? Сейчас, подожди. Садитка, блядь, что происходит? Аппаратная, во сколько подъем? Пожалуйста, скажите еще раз.
Конечно. Сколько подъем? Я не знала, что вдвоем. Сейчас пытаюсь разобраться, сколько подъем. Веришь в пару Артема и Крис? У них есть любовь? Не знаю. Не знаю, не знаю. Вы хотите в эфир пораньше, нас можем. Вот хорошо, я постараюсь выйти пораньше. У нас просто до 12 часов ночи нельзя использовать телефоны. Самое раннее могу выйти в 12. Из-за Балыкина? Да, из-за Балыкина они подрались. Блогеры пришли из-за движухи. А, ну да, конечно, они не скрывали, как бы блогеры, понятно. Они просто пришли поболтать с нами, ну, навестись, но они не собирались оставаться. Они, ну, как бы это было понятно, что они приходят из-за движухи. Вы когда увидите... А во сколько подъем? Во сколько подъем? 10. Все, спасибо. Спасибо. Да, блогеры пришли просто навестись, как бы мы пытались их уговорить остаться, но они наотрез отказались. Какая пара подойдет? Пара дойдет до свадьбы. А, я думаю, что Надя и Даниэль дойдут до свадьбы. Очень красиво, спасибо. Очень приятно. Я особенно сейчас не накрашена, я в пищах. Я здесь очень-очень много ем сладкого. Просто ем все подряд. Нет, смотрите, кто заказ? У меня тоже есть под этот трек видео. Поэтому я такая говорю, я знаю его. Как у меня дела? У меня все хорошо. Привет, ну что там осталось? Да, осталось пока, но я думаю, что в четверг, нет, в пятницу будет голосование, и у меня очень большие шансы на то, что я уйду. Я думаю, что против меня будет много голосов, на самом деле, и я еще не знаю, буду ли я пытаться уговорить, ну, агитировать за себя или нет. Блогерша в дочке. Так, кто, кого, Артем или новенький, или просто бабская перепалка была? Артем новенького. Где Крис, не знаешь, не слежу за ней так сильно. Аня так и не заселилась с Никитой. Вы, по-моему, все имена перепутали. Аня, это моя подружка Аня, которая недавно пришла вместе со мной. Я вообще не понимаю, что это за прикол такой писать. Не хочешь покраситься, освежиться? Освежиться в каком смысле? Искупаться? Накраситься? Что вы имеете в виду? Кроме Нади и Даниэли, кто еще дойдет до свадьбы? Блин, не знаю, никто. Проводите агитацию. Хотите всех уговаривать? Это мне сложно будет. Я не сначала проявлялся к Ане. Никита с Аленой. Кто там дверь сломал? Где? Кто дверь сломал? Никто дверь не ломал. Гитару сломали недавно в драке, когда Артем дрался. Гитару сломал, а больше ничего. А Аня в эфире говорила, что вы еще не подружки, просто общаетесь хорошо. Ну, как бы, ну, подружки в рамках проекта сейчас общаемся, не знаю. Не даем, не обязательно такое прям имя придумать этому. Подкупи участие.
что хочет, пробует это, пробует то. Как бы сама не знает. Вот даже когда я с ней разговаривала, как бы, да, даже без микрофонов, она мне говорила, ну, вроде нравится, не знаю, не могу решить. Она, мне кажется, на самом деле просто не знает, что хочет в силу своего юного возраста. И тут ничего плохого нет. Оставайся, это правда интересно. Есть девушки, которые тебе уступают во многом, не сдавайся. Ну, как бы посмотрим. Посмотрим, как проголосует коллектив. Условия проживания тебе нравятся на проекте? Комфортно? Да, очень комфортно, реально. Сидит, слушает. Кто-то по гороскопу, я весы. Случайно Женька ни с кем не дрался после отпуска, а то прыгал через всю кухню, чтобы побить кого-то. Женя? Не, никого, ни с кем не дрался. Они вообще приехали, на всех забили и только на друг друга смотрят. Как новеньких парней найти в инста, которые вчера пришли? Вчера никто не приходил? Подожди, по вашему эфиру вчера пришли? Он меня не слышит. Пытаюсь его подкольнуть, а он игнорирует. Не, они сразу же помирились, прям буквально быстро. Группа крови всех членов проекта — это важнее знать, чем гороскоп. Я постараюсь собрать вам данные до утра. Так, еще сейчас задавайте вопросы, если какие-то есть. Надя, Мандазир, Ваня, этот, как его звать, старикашечек у нас, дядя Лёша. Особенно с этими драками, ага. Ну кто ближе, в смысле кто ближе? Нет, чуть-чуть. Извините, ребят, я иногда, если пропускает сообщение, я не связываю их. Кто ближе сейчас? Кого ты сейчас? Кто ближе, в смысле кто самый топовый? Я думаю, что Адеев и Кристина. Спасибо, точно. Как можно быть такой красавицей? Ой, спасибо, не знаю. Адеев с Альбиной, да, ребята вместе, они помирились, у них все хорошо. Ну, не знаю, хотя насколько у них хорошо, потому что сейчас Адеев уехал в клуб без Альбины. Так, у вас кто самый любимый участник? Напишите, кто у вас, Кристинка, может?
Не тех. А, мне нравилась Алена Рапунцель. Больше не знаю, не помню никого. Безус часто обижает Таню. Нет, он уже ее вообще не обижает, они очень хорошо дружно живут. Они договорились, что у них все 50 на 50 в отношениях, а не жесткий патриархат. И все стало намного-намного лучше. Прям видно по ним, как ребята лучше общаются друг с другом. Так, это, я понимаю, так топовые участники. Ну, кто вам нравится? У вас любимый участник Крис, Женя, Настя. Крис любимый участник, конечно. Ваня Барзиков и Крис. Ваня Барзиков король. Женя и Настя, они очень классные, согласны. Как ты себя чувствуешь на проекте? Нравится? Я чувствую себя хорошо на проекте, но я очень сильно болею. Я только что, вот, я только проболела, и сейчас опять заболела. Себя чувствовала очень неуверенно, мне было очень некомфортно, я прям вот вообще, мне было прям вообще не как я хотела бы, и я выступила плохо, вот реально вы увидите по мне, мне прям так некомфортно, мне настолько было некомфортно, я настолько плохо выступила, говорю, что я даже вот не посмотрю эфир, потому что мне просто страшно представить, вот, и я, короче, вылетела. Готова к конкурсу? Пока. Скажите мне пока. Что, эти сердечки под конец пошлите мне кто-нибудь. Нет, никто не ждет. Спокойной ночи, спасибо. Все, спокойной ночи.